Вечером после тяжелого трудового дня необходимо восстановить силы и подготовить организм ко сну. А тут, как говорится по закону подлости, руки так и тянутся к чему-нибудь вкусненькому да сладенькому быстрого приготовления. И, как правило, вечерний рацион среднестатистического человека состоит из фастфуда, мучного и сдобного, полуфабрикатов, какой-нибудь сухомятки. То есть это те продукты, которые не требуют много времени на приготовление. Такая пища совершенно не дает организму полноценно отдохнуть за ночь, пищеварительная система работает в усиленном режиме, и качество сна, конечно же, снижается. Период глубокого сна сокращается. Возникает вопрос, чем же побаловать себя вечером без вреда для фигуры с пользой для организма? И решение есть. Это натуральные смузи. Такой натуральный напиток вкусен, полезен, сытен, малокалориен и займет всего пару минут на приготовление. Ну а для того, чтобы смузи вечером был еще более полезным для вашего организма, я рекомендую вместо молока, которое добавляется обычно в смузи, или йогурта, кефира, добавляйте просто кипяченую охлажденную воду. После употребления такого напитка вечером, в котором содержится большое количество растительной клетчатки, улучшается работа желудка и очищается кишечник от вредных отложений, выводит шлаки и токсины. Вот, например, предлагаю вам такой фруктовый смузи. Несколько кусочков дыни отправляю в чашу из-под блендера. Сюда же отправлю яблоко небольшого размера, нарезанное на кусочками вместе с кожурой. И добавлю несколько слив. И добавляю сюда, как я выше сказала, немножко воды. Можно где-то грамм 50-100, в зависимости от того, какой консистенции вы хотите, чтобы был смузи. И добавлю сюда немножко меда. Все необходимо при помощи блендера взбить до однородного состояния. Ну вот и, пожалуйста, ударная доза витаминов и ярких красок обеспечена. Не забывайте, дорогие друзья, что правильное питание – это залог крепкого здоровья. Пусть заметки для вас будут полезными. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!